Парад новогодних мероприятий продолжился в оздоровительном центре «Дельфин». Красочным представлением порадовал детишек коллектив любимого бассейна. Они подготовили спектакль «Не в подснежниках чудо». Казалось бы, тот факт, что елка проходит в бассейне, уже должен покорить зрителя. Однако наших ребят этим не удивишь, поэтому работникам «Дельфина» пришлось приложить немало усилий и фантазии, чтобы порадовать всех, кто пришел на мероприятие. Раз, два, три! Новогодние елки в «Дельфине» всегда отличаются красочностью и нестандартным исполнением. Родители стараются достать билеты на них задолго до мероприятия. В этом году идеей для спектакля послужила сказка «12 месяцев». На ее основе было придумано необычное приключение. Его участники побывали в разных концах света, повидали много интересного и познакомились с волшебными героями, такими как Кощей Бессмертный и Баба-Яга. Постановка получилась поучительной. Создатели постарались в игровой форме научить детей хорошим манерам. Мне понравился спектакль, очень смешной Кощей. Красивое, зрелищное, ребенку понравилось, очень довольна. Здорово подготовили, спасибо всем большое. Для оздоровительного центра «Дельфин» нет ничего невозможного. Его воспитанники участвуют в Олимпийских играх. Сам бассейн с 98 года является членом Ассоциации плавательных бассейнов России. Большое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами. Вот и традиционную новогоднюю елку коллектив центра всегда делает с душой и создает настоящую сказку для детей. Мне кажется, в нашем центре все получается несовместимое. Центр делает, ставит рекорды российские. Центр, вдруг елочка, давайте. Это просто надо очень хотеть, творчески работать и любить свою профессию. Я думаю, все здесь собрался просто творческий коллектив, который любит свое дело и очень хорошо делает. И дело для того, чтобы окружающим детям, которые сюда приходят, было комфортно, было хорошо, уютно, по-домашнему. Несмотря на то, что представление рассчитано для детей от 7 лет, совсем маленькие трехлетние мальчики и девочки тоже внимательно смотрели спектакль, пели и пританцовывали. А по его окончанию с нетерпением бежали фотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для всех малышей были предусмотрены сладкие подарки. Совсем скоро наступит Новый год, и главная героиня сказки поздравила всех с наступающим праздником. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году все сбылось, все, о чем мечтали. Счастья, здоровья вам, все самое наилучшее. Уже в который раз коллективу оздоровительного центра «Дельфин» удается создать радостную атмосферу. Здесь было и захватывающее приключение, и елка, и сладкие подарки. Для детей, которые пришли в этот день на елку, она останется в памяти навсегда. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.